30 августа 2021 год. Филяндина. С помощью приспособлений в виде скрученной спирали из проволоки толщиной примерно 3,5-4 мм мы надрали сегодня в течение 2 часов примерно 8 литров вместе с листьями созревшей ягоды. Облепихи. Вот мне жена подсказывает облепихи. Она с листьями. И мы перебираем потихоньку вот такую ягоду. Это вот я лично перебрал. Потом покажем, как делается живая ягода на сахаре. Ведра получилось 2,5 килограмма чистой ягоды. Сейчас мы на блендере приготовим ягоду, переведем ее в жидкое состояние. Получилось 3 литра вместе с косточками. Сейчас будем процеживать через сито. Чтобы отделить косточки, которыми мы потом будем заваривать чай. Очень вкусный. Там еще сеточка на сите, да? Да. Вон черные косточки, да, я покажу. Вот они. И выжать надо, да? Конечно. Ну, это, наверное, самая дорогая ягода. Это подвиги Геракла мы сегодня сделали. Самое трудное – это ее собрать. Где-то минуту надо толкала. Ну, покажи, что получилось. Толкала. Ну, еще и выжать надо. Не так. Цвета утреннего солнца. Покажи там, что получилось. Ну, вот так вот. Вот так, туда будем сахар насыпать уже. Из расчета килограмм на килограмм. Так, да. Отделили косточки, и получилось 2 килограмма 200 граммов чистой ягоды. Добавляем 2 килограмма 200 граммов сахара. Перемешиваем. И укладываем в стерилизованные пол-литровые банки. Вот они приготовились. Результат я вам покажу. Результат нашего труда. 3,5 литра облепихи на 2 килограмма 200 граммов ягод ушло 2 килограмма 300 граммов сахара. Сейчас мы будем дегустировать. Но я уже пробовал. Солнышко. Сладкое солнышко. Да. Очень приятное на вкус. Не знаем, как будет храниться, но постараемся быстро съесть. Всего вам доброго.